Здравствуйте! В эфире «Время футбола» ФК Нижний Новгород. Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах 24-го тура первенства России среди команд ФНЛ. Закончилась у нас первая часть сезона. Нижний Новгород в последнем этой осенью туре принимал лидера лиги Томскую Томь. Сейчас материал о подготовке команды к матчу, а потом непосредственно обзоры. Погнали! Серия неприятных матчей прекратилась в игре с Тамбовом. Нижний Новгород выиграл со счетом 1-0. Еще перед прошлым туром был вопрос, а удастся ли в этом году сыграть с лидером лиги. Для этого нужно было обыгрывать тамбовчан, чтобы Томь осталась на первом месте. Это сделать удалось, теперь в Нижний Новгород приедет первая команда ФНЛ. Теперь футболисты настраиваются на последний матч и ждут болельщиков на трибунах, несмотря на погоду. В последней игре с Тамбовым тоже было холодно, они молодцы, поддержали нас, чувствовалась большая поддержка. 10 500, по-моему, было. Было классно, крутая атмосфера. На прошлой игре был установлен рекорд тура по посещаемости. 10 537 зрителей пришли посмотреть матч Нижний Новгород-Тамбов. Марку надо держать, тем более, что игра с Томью станет центральной в заключительном туре. Футболисты настроены порадовать своих фанатов результатом. Говорят, готовимся как к последнему бою. Исходя из всех результатов, которые показываем, то больше очков набрали как раз таки с командами, которые вверху идут. Но лига очень ровная, и, в принципе, все команды могут удивить, что там Зенит 2, который идет внизу турнирной таблицы, что Томск наверху. Поэтому игры простых не бывает. Готовимся с полной ответственностью к предстоящей игре. Томь – одна из самых непропускающих команд в лиге. Соперники Томичей в матчах с ними смогли отличиться только 13 раз. Такой же результат и у Луча. Но с Тимуром Аюповым трудно спорить. В 5 матчах с командами из первой пятерки Нижний Новгород проиграл только Авангарду. Да и пропущенный мяч был только один. В остальных матчах – нулевая ничья и 3 сухих победы. Статистика. Нижний Новгород-Томь в первом круге в матче между этими командами Нижний Новгород выиграл со счетом 1-0. Тогда единственный мяч забил Полиенко. Это был всего лишь 3-й его матч за нижегородцев. Гол Павла Игнатовича в ворота Тамбова был признан лучшим в 23-м туре. Вообще очень здорово его подстегнул незабитый пенальти в выездном матче против Чертанова. Правда, в первом тайме ни ему, ни другим футболистам Нижнего Новгорода проявить себя не удалось. Томичи владели инициативой. На 15-й минуте гости обязаны были забивать. Кухарчук пробил в дальний угол. Анисимов с трудом мяч отразил, а потом Кузьмичев сразу 2 центральных защитников обыграл. Но Анисимов ногой уже спас Нижний Новгород. На 23-й минуте игроки Томи все же смогли отличиться. Подача Зуйкова, и Кудряшов забил гол. Удар у него не получился, но мяч лицевую линию все же пересек и влетел в ворота. Еще в первом тайме потерявшегося Симонова Дмитрий Черышев на Нежелева поменял. Во втором тайме вышел еще и Фомин вместо Делькина. Моменты стали появляться. Вот мы видим удар Морозова со штрафного. Это, кстати, первый удар в створ ворот Шафинского. Юрий Баскаков засушил игру заменами, а потом напортачил голкипер Томи. Аут разыграли нижегородцы. Абрамов подал штрафную. Шафинский дернулся вперед, а потом назад попятился. Это позволило Игнатовичу сравнять счет. А через 5 минут Нежелев вывел Сергеева 1-1. Два игрока, вышедших на замену, организовали эту атаку и нарушил правила. Игрок гостей к 11-метровой отметке подошел Фомин, также вышедший на замену. В 83-й минуте шла, когда нижегородцы проигрывали в счете, но в итоге 2-1 победа Нижнего Новгорода. Вот так в 2 матчах команда Дмитрия Черышева дважды выиграла у лидеров. Слово футболистам и тренеру. Совокупность факторов мы добавили, Том чуть подсела, результат был положительный для них, они чуть подсели. Ну, получилось для нас удачно, всех с победой. Главный тренер рвал и метал и сказал, что если вы мужики, вы должны выйти и забрать эту игру, потому что она наша. Пришли болельщики нас поддержать, и я считаю, что проявили сегодня действительно мужской характер. Когда ты вырываешь концовки, тут не важно, кто забивает. Главное, что команда выиграла. Поздравляю всех с победой. На самом деле, у меня сейчас слов немножко нету, эмоции. Не хотелось бы играть все время на нервах. Но вот видите, как доводят иногда. Поэтому, на самом деле, честно говоря, комментарий такой, знаете, излишний, наверное, сегодня. Нужно играть с первых минут так, как они играли, как мы играли по концовку матча. Нужна самоотдача, нужно желание, нужно брать на себя инициативу в каких-то моментах. Поэтому я хочу сказать, что сегодня был трудный матч.
Очень хороший, интересный соперник. Быстро выбежал, забил хороший, интересный гол. Совершили ряд ошибок, когда был гол. Поэтому, в принципе, если правильно брать, все равно мяч был у нас под контролем. Тамбовск-Хабаровск. Тамбовчане проиграли 3 последних матча, причем ни одного мяча в этих играх не забили. Вот и в Нижнем Новгороде было поражение. Всего 5 поражений в сезоне, и вот 3 подряд. Таким образом, Тамбов упустил лидерство, при этом состав у тамбовчан сильный, многие игроки выступали и в премьер-лиге. Да и сегодня по уровню они не слабее многих футболистов, которые в элитном дивизионе выходят на поле. Хабаровск на 12-й строчке, 7 матчей уже не проигрывает команда Вадима Евсеева. Выиграли у Нижнего Новгорода хабаровчане, причем вот до этой серии только однажды с Евсеевым выиграл СКА. Максим Казанков забил уже 8 мячей, это столько же, сколько и у лучшего бомбардира Тамбова Синина Сибаи. Он штатный пенальтист хабаровчан. Сразу 2 футболиста были дисквалифицированы на этот матч у гостей. Виталий Приндета и Ираклий Квиквескири досрочно завершили год. Ну и напомним, что СКА Хабаровск в прошлом сезоне выступал в премьер-лиге. И задачи по возвращению в элиту не снимал с клуба никто. В первом круге в Хабаровске Тамбов выиграл со счетом 2-1. Чуперка и Апаев тогда забили за тамбовчан, а Кабутов отличился за хозяев того матча. Ну и было удаление в составе СКА Хабаровска. Здесь Тамбов быстро начал давить на соперника. На 4-й минуте забил Хасан Мамтов, а на 14-й он же подкараулил ошибку гостей и удвоил счет. В эпизоде со вторым голом Мамтов получил травму и пришлось Тимуру Шипшеву выпускать Сибаи, который остался в запасе. Удалось его Арицу организовать 3-й гол своей команды, забил его Бенито. Ну а хабаровчане на этот град ответили голом Дмитрия Кабутова. Это все первый тайм. 3-1 с таким счетом закончилась первая половина игры. Вот мы видим еще один повтор этого гола Кабутова. Здорово, он здесь поймал мяч на ногу и один мяч отквитал. Тамбовчане знали, как сыграла Томь. Для того, чтобы выиграть вот эту первую часть, нужно было побеждать в последнем туре. А в самом начале второго тайма Кабутов оформил дубль. Но в дальнейшем забить сопернику Тамбов не позволил. Тамбовск-Хабаровск 3-2. «Авангард» «Зенит-2» на 3-м месте шел «Авангард». 5 очков до Тамбова, 7 до Томи. Проиграл «Авангард» «Факелу» в 23-м туре 2-3. В начале сезона куряне не блистали результативностью, зато теперь смогли исправить ситуацию. В последних 5 матчах «Авангард» забил 12 мячей, а всего за сезон 32. Причем вот до этой серии 3 матча без забитых голов было. А вот у «Зенита-2» только одна победа в сезоне. В Новосибирске выиграли «Сине-бело-голубые» 11 туров назад. Лишь 2 ничьи были добыты за это время и 9 поражений. 7 матчей не могут забить питерцы, 4 сухих поражения подряд. Причем в 2 последних турах «Зенит» играл дома. «Том» и «Луч» приезжали в гости команде Владислава Радимова и выиграли со счетом 1-0. В общем, все плохо в этой команде. Очень серьезные проблемы. Радимов, кстати, вернул состав Дениса Терентьева. Вы помните наверняка эту историю, когда в матче с Чертаново при счете 0-4 подрались 2 зенитовца. Точнее, Терентьев ударил Илью Воробьева и был удален с поля. Бывали такие случаи, конечно, в футболе, даже в Лиге чемпионов. Помните, когда «Спартак» устанавливал свой вечный рекорд 6 победами в 6 матчах группового этапа? В игре против «Блэкберна» подрались Грэм Лесо и Дэвид Бетти, игроки сборной Англии. Так вот, после матча с Чертаново Радимов сказал, что не хочет больше видеть Терентьева, но передумал. Только вот результат это по-прежнему не приносит. «Зенит» в яме, у них всего 8 очков, а у «Сибири», который идет 19-й, 17 очков, вдвое больше. Вот такая ситуация в «Зените-2», непростая. Здесь «Авангард» к 16-й минуте забил 2 мяча. Фичук и Батюнин отличились. Затем, что называется, на классе играли куряне. Тем не менее, пропустил «Авангард». В концовке игры «Зенит» заработал пенальти, который реализовал Николай Прудников. «Авангард» «Зенит-2». Матч закончился со счетом 2-1. И «Авангард» заканчивает год на 3-м месте. Ну а «Зенит» безнадежен.
«Спартак-2» «Химки». В 9 последних матчах спартаковцы выиграли только один раз, зато крупно. Со счетом 3-0 была разгромлена «Сибирь». Эта победа, кстати, уместилась между двумя крупными поражениями – от «Факела» и «Шинника». В итоге на 7-е место опустились красно-белые. Хвалим мы часто Пантелеева, лидера команды, но вот уже почти месяц он не забивает. Правда, всего 2 встречи он за это время провел. А вот в первом круге в матче между этими соперниками он забил. Также отличились Гапонов и Руденко, а за «Химки» забил Белоус. Вот так, путем нехитрых арифметических изысканий, мы понимаем, что «Спартак» выиграл 3-1. Сейчас у «Химок» 2 матча без голов. В последнем туре была нулевая ничья с «Сочи». При этом на выезде 3 поражения подряд. А последняя выездная победа датируется вообще августом. После этого 7 матчей на выезде и максимум ничья. Здесь «Спартак» владел инициативой. Не раз могли забить красно-белые. Кстати, штрафной в исполнении того самого Пантелеева. Именно стандарты прославили его в этом сезоне. 4-2 по ударам в створ ворот в пользу «Спартака». «Химки» в основном играли от обороны, изредка убегая в контратаке. Вот одна из таких контратак закончилась автоголом Артема Мамина. В итоге 0-1. Чертаново-Краснодар-2 – один из самых ожидаемых матчей. Две играющие команды. Чертаново – самая забивающая команда ФНЛ и почти самая пропускающая. Больше 40 мячей забили только чертановцы перед 24-м туром. Два лучших распасовщика лиги играют именно здесь – Владислав Сарвели и Максим Глушенков. Правда, вместе они уже на поле не выйдут за одну команду. Сарвели пропускал игру с краснодарцами из-за дисквалификации, а Глушенков в межсезонье перейдет в «Спартак». На 6-м месте находились чертановцы, а Краснодар проиграл в предыдущем туре Мордовии на своем поле. И вообще за 6 матчей только одна победа у этого клуба. Зато 2 шикарные ничьи – 3-3 с Армавиром и 2-2 в матче против СКА Хабаровска. Краснодарцы шли 4-ми перед этим туром. Вообще команда у гостей молодая, но там есть опытные игроки, тот же Таранов, например. Именно он, кстати, Мордовии и забил. Ну и несколько футболистов кочуют от второй команды Краснодара до главной. В первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3-1 в пользу хозяев. Тогда это был Краснодар-2. Уткин и Сулейманов тогда забили за краснодарцев. Был еще автогол Бартасевича, а у чертановцев отличился Глушенков. Здесь забивает Николай Цыпченко. Наверное, момента здесь и быть не должно, но вот удалось Цыпченко убежать 1-1 и переиграть голкипера краснодарцев. Это 19-я минута матча. Ну а вот 21-я минута. Витюгов начинает очередную атаку. Смотрите, каким пасом интересным. Подхватывает мяч Глушенков и бьет в ближний угол. 2-0. Чертанова удваивает свое преимущество. Тотальное, конечно, у них это самое преимущество было. Постарались они своих болельщиков порадовать перед перерывом. Ну и им это удалось сделать. В первом тайме еще были моменты у хозяев. Вообще красивый матч получился. В этом эпизоде Глушенков не смог точно пробить поворот. Но смотрите, что он здесь творит. Собрал вокруг себя полкоманды практически. Ну и в итоге заработал пенальти лидер чертановцев. К мячу подошел штатный пенальтист команды Антон Зиньковский. Но голкипер этот удар отразил. Ну и все же от разгрома Краснодар не ушел. Посмотрите, какая борьба здесь на чужой половине поля. Ну и в итоге передача, разрезающая на Ежова. И третий мяч влетает в ворота краснодарцев. 3-0. Чертанова одерживает победу в матче. И на 4-м месте эту часть турнира заканчивает. Давайте посмотрим результаты 24-го тура. Сочи громит на своем поле «Балтику». Ротор проиграл «Шиннику». И сразу после матча был отправлен в отставку наставник волгоградцев Роберт Евдокимов. «Сибирь» дома обыгрывает «Факел». Тамбов заканчивает год на 1-м месте. Томь – 2-я. Нижний Новгород – на 5-й строчке. А вот вторые команды «Спартака» и «Краснодара» немного опустились. На 4-м месте «Чертаново». Напомним, и эта команда имеет право на повышение в классе. Внизу плохо все у «Зенита-2». В 2,5 раза меньше очков у них, чем у «Сибири». А до спасительной 15-й строчки 20 очков. «Сибирь», «Тюмень», «Армавир» и «Балтика» также в зоне вылета. На 15-м месте как раз «Ротор», уволивший главного тренера. В следующем туре Нижний Новгород принимает «Сочи», Тамбов отправится в Саранск, а Томь в «Армавир». Все это уже программа 2019 года. 3 марта сезон возобновляется.
У нас на следующей неделе выйдет итоговая программа. Обращаем ваше внимание на то, что выйдет она в 21:40. Ждем в гости Дмитрия Черышева, после чего у нас тоже отпуск начнется. Ну а этот выпуск завершен. Для вас его прокомментировал Александр Быков. Счастливо!